«Страсть путешествовать», – писал Фрейд к великому французскому писателю Ромену Ролану, конечно же, является проявлением желания быть свободным, родственным желанию подрастающих детей вырваться из дома. Когда человек видит море, пересекает океан, восхищается новыми городами и странами, которые столь долго были для него далекими и недостижимыми, то он чувствует себя героем, совершившим невероятно великие подвиги. Ну а если вам в этом году по какой-либо причине не удалось отправиться в экзотическое путешествие, вы можете осуществить его с помощью сервировки стола. Предлагаю идеи для создания сервировки тропики.